С июня этого года в Ростове-на-Дону около 100 детей заразились опасной энтеровирусной инфекцией. Все лето медики Анапы стояли на страже здоровья анапчан и гостей курорта. Заболевания имеют сезонность. Вспышки чаще всего наблюдаются в летне-осенний период. Поэтому 1 сентября сотрудники Управления здравоохранения города-курорта и Роспотребнадзора с целью профилактики данного заболевания начали проводить проверки всех школ города и района. Значит, на все наши школы привлекались медики и проводилось обязательно термометрия. Буквально в первый день медосмотров 2 сентября после осмотра более 7 тысяч детишек выявлено было 47 детей с температурой. Они буквально в первый день все эти дети были отстранены от занятий, проведены в отношении них диагностические мероприятия уже медиками территории районов. За время летних каникул юные анапчане отдыхали в разных уголках России. Чтобы не случилось заражение энтеровирусной инфекцией, до 12 сентября во всех школах проводилась дезинфекция. Осуществлялась уборка каждого класса, всех рабочих поверхностей парт, всех полов, всех подоконников. То есть, чтобы, если инфекция будет занесена после лета, дети вернулись, отдыхали по всей России из различных регионов, чтобы она не передалась другому ребенку. Педагоги перед началом учебного года прошли медосмотр. Первые 2 недели в школьных столовых ученикам не давали сырых овощей и фруктов. На столах были те блюда, которые прошли термическую обработку. Надеемся, что такой комплекс профилактических, дезинфекционных, организационных мероприятий, медицинских, даст свои результаты. Мы не допустили больных детей в школы и обеспечили санитарно-эпидемиологическое благополучие в школах. Особенность энтеровирусной инфекции не позволяет разработать вакцину, чтобы защитить детей от тяжелых последствий. Родители тоже должны помнить об этом и быть бдительными. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа регион.